На праздник учителей были приглашены особые гости. Ветеран педагогического труда Нина Попова, директор Якимовической школы-интерната Владимир Андреев, председатель комитета по образованию Татьяна Токарева и глава города Андрей Шубин. Вы вкладываете свои знания, жизненный опыт, мудрость, чувства своих учеников. А значит, в будущее нашего города, в будущее нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, энергии, творческих и профессиональных побед, благополучия вам и вашим семьям. Глава города поблагодарил педагогов за верное служение раз и навсегда выбранному делу. Он наградил учителей грамотами от Департамента Смоленской области по образованию и науке, благодарственными письмами от администрации Десногорска. Педагог 4-й школы Надежда Сметанина была удостоена грамоты от Министерства образования и науки России. Анна Гребенщикова и Цыганкова Раиса получили благодарственные письма от губернатора Алексея Островского. Награды получили не только учителя школ, но и воспитатели, педагоги дополнительного образования. Уже много лет наш город на передовых позициях по качеству образования. Школьники показывают высокие результаты на олимпиадах, выпускники легко становятся студентами престижных вузов. Ученики 3-й школы порадовали собравшихся творческими номерами. Учитель начальных классов Надежда Викторовна Сметанина работает в школе 36 лет. Она очень рада заслуженной награде. Ни разу не пожалела, что стала учителем. Я учу детей маленьких, мне очень нравится. Детки маленькие, такие интересные, искренние, добрые, замечательные. Поэтому с ними и мы молодеем. Мы самые первые берем деток, и от нас зависит, как он будет идти дальше. Естественно, и знания, и воспитание, и весь путь в жизни. Всего в десногорских школах трудится 213 педагогов. Более 100 учителей имеют различные награды. Из них 8 человек – отличники народного просвещения, а 3 педагога являются почетными работниками общего образования. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.